наверное, вопрос о богослужении, я все-таки начну с памяти праздника Пасхи Страстей, которая традиционно сейчас в церкви совершается в Великую Пятницу. Эти особенные дни в году, их немного, Великий Четверг, Великая Пятница и Суббота, и само Воскресение Христово. Мы совершаем память крестного страдания Спасителя, Его мучения на кресте, смерть и Его погребение. В этих богослужениях, в этих молитвословиях мы пытаемся разделить участь тех самых жен мироносец, тех самых учеников Христовых, которые остались верными Ему до конца, пробыли с Ним до самого Его конца, до смерти Его земной. Икона праздника Воскресения Христова традиционно Господь изображается сходящим в ад и забирающим, извлекающим оттуда всех ветхозаветных праведников. Обычно Господь Иисус Христос простирает свои руки к первому человеку, первому человеку Адаму, и за ним изводит весь человеческий род, род праведников из объятий смерти и бездны греха. Традиционно Господа сопровождают ангелы. Можно также увидеть и фигуру пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна, который незадолго пострадал до смерти Спасителя, до Его воскресения и, так сказать, является человеком, который стоит на стыке Нового и Ветхого Завета. Поэтому он первый возвестил сущим в аде, находящимся в аде, что близко время их спасения. И многие песнопения, богослужения этого праздника Воскресения Христова нам говорят о том, что ад совершенно опустел, ибо до той поры, во время Ветхого Завета, человеческий род, все человечество, оно как бы было в тупике, не было спасения. Праведник ты или грешник, язычник ты или человек Божий, все равно ты попадаешь в ад вместо мучения или томления. Поэтому Господь исправляет праздником Воскресения Христова своим славным воскресением. И вот в иконографии это исправление, изменение очень хорошо показано в характерных символах. То, что ад – это бездна, это место томления, темные тона, то, что за Господом Его божественный свет в особых светлых тонах – это качественно иное бытие, иная жизнь с Господом. Вот эти все символы, символы мучений в аде, это крючья, цепи, все это на разных образах воскресения Спасителя присутствует. Также очень часто традиционно изображают воскресшего Спасителя и в среде Его учеников, когда Он явился им по прошествии нескольких часов или дней и возвещал свое воскресение, новую жизнь с Ним. Традиционно это иконы уверения Фомы, которым память совершаем мы в неделю о Фоме, или иначе в простонародье Красную Горку, когда сам Фома перстами своими осязает Спасителя раны, те самые раны, которые были нанесены ему гвоздями на кресте и копьем римского воина. Об этом хлебе, об артосе надо сказать особенно. Этот хлеб, хлеб квасной, обязательно квасной, память того, что Господь и Тайную вечерю своими учениками совершал на квасном хлебе. Этот хлеб показывает нам то самое Царство Божие. Есть даже в Евангелии притча о закваске. «Малая закваска, — говорит Господь, — квасит все тесто меняется, оно начинает подниматься и обычно убегает. Поэтому и Царство Христово от малого семени, от семени воскресения Христова
изменяет качественно все бытие всего человечества. Артос традиционно переводится с греческого как «хлеб квасной». Этот хлеб освящается в день праздника Воскресения Христова, на Пасху Господню. Традиционно с ним ходят на крестные ходы в течение всей Светлой Седмицы. И в Светлую Субботу, накануне Красной Горки, Фоминой недели, священник после литургии, после очередного крестного хода читает молитву на раздробление артоса. После этого артос в храме разделяется и раздается всем верующим, всем, кто участвовал в этом богослужении. Традиционно этот хлеб вкушают вместе с просфорами, уносят, конечно, с собой домой, и там его благочестиво хранят в продолжении даже всего года. Пасхальные явства, явства, которыми мы разговляемся, отрешаемся от подвигов Великого Поста и Страстной Седмицы, эти пасхальные яства, ну, традиционно следующие: мясо, сыр, кулич, творог или иначе пасха. Мы должны сказать, что наша трапеза земная, наш обед праздничный в честь Воскресения Христова, это есть продолжение нашего богослужения, а значит, это есть выражение радости о воскресшем Спасителе. И поэтому эти даже явства нам напоминают о том, что мы качественно в празднике Воскресения Христова меняемся. Дело в том, что то место, где воскрес Спаситель, называется гроб Господень. Сейчас, в наше время, все это место, в том числе и Голгофа, покрыты одним большим храмом. То есть внутри храма этого, храма Воскресения Христова, находится и Голгофа, и место, где помазывали мертвое тело Спасителя, и сам гроб Господень. И многие-многие места, где воскресший Спаситель являлся своим ученикам и мироносицам. Так вот, это теперь территория одного большого храма, храма Воскресения Христова. И в центре, так сказать, этого храма расположен, собственно говоря, гроб Господень, так называемая кувуклия, где лежало тело Спасителя. И вот под куполом этого храма Воскресения Христова, непосредственно над кувуклией, очень часто, не обязательно на Пасху, бывает явление благодатного небесного огня. Ну а в Великую Субботу, непосредственно перед Пасхой, по молитве первосвятителя Иерусалимского, Иерусалимского патриарха и всей его паствы, совершается чудесное схождение этого огня, и патриарх раздает вожженные свечи, светильники всем верующим людям, которые собрались на это славное торжество. Тем самым Господь подкрепляет нашу веру, усиливает наше переживание этого праздника. Многие Евангелия описывают по-разному явление воскресшего Спасителя, но по преданию Господь Иисус Христос прежде всего явился своей Матери Пречистой, дабы утешить ее и явить себя воскресшим перед ней. Ну, а далее из разных Евангелий мы узнаем, что он представал и перед Марией Магдалиной равноапостольной, и перед прочими мироносицами. Отдельным образом являлся двум своим ученикам, которые путешествовали в селение Эммаус иудейское. Являлся также и Петру, и Иоанну, учеником и апостолом Спасителя. Являлся и собранным в Сионской горнице, там, где и совершали Тайную вечерю, являлся он им и там. Это явление не застал один из апостолов,
Имя мы его все хорошо знаем, оно стало даже нарицательным для многих. Это апостол Фома. Мы часто говорим «Фома неверующий». И вот апостол не поверил своим соратникам, друзьям, ученикам Христовым, когда они сказали, что мы видели воскресшего Спасителя. Он захотел сам чувственным образом осязать его раны, его тело. И вот через 7 дней на 8-й, то есть через неделю фактически после своего воскресения, Спаситель еще раз явился своим учеником, уже всем собранным вместе. И среди них был апостол и Фома. И вот когда он увидел Спасителя, осязал его раны, то воскликнул: «Господь мой и Бог мой ты!» На что Господь ему заметил: «Ты поверил, потому что видел, потому что чувственно осязал. Будут же блажены те, кто не видел, но уверовал». Это Спаситель сказал о верующих в Него дальнейших поколениях христиан. Мир вам! Подай сюда свой палец и посмотри на мои руки. Протяни руку и потрогай мой бок. Не сомневайся и верь. Господь мой и Бог мой. Ты поверил? Потому что увидел меня. Благословенны те, кто поверил, не видя меня. И этот праздник, собственно говоря, праздник уверения Церкви Христовой о своем воскресшем Спасителе. Наконец, вся братья христианская уверилась в том, что Спаситель воскрес. То есть, если Пасха Господня, день Его воскресения, это фактически праздник, то Красная Горка, Фомина неделя, как Красная Горка она в простонародье называется, праздник, когда вся церковь, все братство христианское засвидетельствовало событие воскресения Христова. Ну и традиционно после Светлой недели, когда постоянно совершаются крестные ходы, совершаются богослужения, копирующие фактически пасхальные, вот с этого воскресения начинается традиционно в храмах венчание. До этого шел период Великого Поста, праздничный период Светлой недели. Традиционно в народе этот праздник связан с началом семейной жизни –